подумал я, какое бы лирическое такое стихотворение, такое нежное, летнее написать. Долго там мучился, но в итоге написал рыбу. И в итоге так она и осталась, как бы эта рыба текстом. Вот. То есть, ну, впрочем, не отождествлять меня и лирического героя, это немножко разные люди. То есть не надо думать, что это про меня совсем. Но, так сказать, тем не менее, вот что сказано, то сказано, что написано пером, не вырубишь топором. Итак. До встречи 5 ноября!